В 2013 году вступит в силу федеральный закон об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. Каждый регион должен обсудить этот закон и, если необходимо, дополнить его. Свои предложения и пожелания внесли и сотрудники Министерства здравоохранения и социального развития Чувашии. Закон об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации был сформулирован еще в 1995 году, но со временем потребовал серьезных изменений. Одним из ключевых моментов является то, что законопроект основан на самостоятельности регионов. Это позволит создать совершенно новые подходы к оказанию социальной защиты и поддержке населения. Основан он на трех ключевых принципах. В первую очередь, это проведение предупреждающих мер. Социальные работники будут информировать людей о возможных опасностях, которые представляют угрозу для жизни и здоровья человека. Зачастую незнание и неосторожность оборачиваются трагедией. Немаловажным станет и выявление людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. И самое главное, каждому человеку будет индивидуальный подход, где будет учитываться здоровье, семейное положение, а также психологическое состояние человека. А в обязанности социального работника будет входить не только помощь по хозяйству, покупка продуктов и лекарств, но и защита интересов подопечного, отстаивание его прав и, в конечном счете, решение существующих проблем. За последний год это третий законопроект, и постолько законопроект имеет очень большое общественное значение. Многие слои населения привязаны к этому закону. Будет идти обсуждение этого законопроекта социальным работникам Чувашской Республики. 17 лет тому назад был принят законопроект, по которому сегодня работаем. И многие принципы устарели, и поэтому назрела актуальность принять новый закон. Законопроект вступит в силу в начале 2013 года. А пока он вынесен на общественное обсуждение и опубликован на официальном сайте Минтруда России. Высказать свое мнение и внести предложение сможет любой желающий до 1 декабря 2012 года. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика.